Всем привет-привет большой. Спасибо за подписку, кто подписался. Спасибо за лайки. Сегодня хочу предложить скумбрию, которая будет не жариться, не пектись, а будет вариться. Вот такие две тушки нам надо сделать. Две одинаковых рыбки. Чтобы она была еще не размороженная, надо вытащить хребет. Разрезаешь по хребту в двух местах. Вот по хребту режешь. И вот так вытаскиваешь хребет. И получаются вот такие две тушечки. Поперчили мы ее, вот развернули. Брюшко остается целым. Поперчили, посолили. И сейчас мы будем посыпать желатином быстрорастворимым. Вот мы посыпаем желатином быстрорастворимым. Вот так. Грамм, наверное, сейчас скажу. Грамм, наверное, 10. С пачечки, вот, обыкновенный желатин. Теперь нам понадобится вот такая морковочка. Половина пожаренная с луком. Такая протушенная чуть-чуть, половина сырая. Понадобится вот такие три огурчика маленьких. И щепотка зелени. Сейчас сюда мы будем все это налаживать. Ребята, всю эту селедочку мы положили на пакет, разрезала пополам для выпечки. Теперь, где вот эти самые места на пузе, они как бы ямка, надо их заполнить вот зеленью. Тут у морковка у нас. И теперь мы еще сюда поставим огурчики. Вот посередине. Добавим морковку и свернем. Все это надо тушка на тушку, как бы вот так внахлёст. Чуть-чуть нахлёст. Потом она вот так закрывается. Вот смотрим. И как бы книжку закрыли. Вот так. И сворачиваем туго пищевую пленку. Заворачиваем как можно туже, скрепливаем, и сейчас несколько слоев еще замотаем и отправляем на плиту вариться минут 40 на медленном-медленном огне, прямо в кастрюле с водой. Вот это все, что сейчас замотаю, и будем варить. Ребята, вот наша рыбка созрела. Мы ее продержали еще под прессом, ну, ночь. И вот она как держит форму при резке, как колбаска. Красная икра отдыхает, какая она вкусная. Скумбрия вообще сама по себе вкусная. И вот такая красота получается. Смотрите, близко. Можно ее фаршировать чем угодно. Это так, мой вариант. Вы можете поставить вовнутрь что-то другое, что вам больше нравится. Вот так, смотрите, как видно и огурчик, и морковочку, и всю рыбку. Готовьте, это несложно. Всех с Новым годом старым. Всем пока-пока.